Внимание водителей будет обращено на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения в части безопасной перевозки маленьких пассажиров, а также правил перевозки организованными группами. Целями компании является снижение последствий дорожно-транспортных происшествий с участием детей пассажиров, а также пошаговое и непрерывное обучение участников дорожного движения по использованию пассивных средств безопасности. В 2021 году на дорогах Гродненской области погибло 5 детей, 4 из них – пассажиры. Один ребенок перевозился с нарушением правил дорожного движения. Уважаемые взрослые, знайте и соблюдайте правила дорожного движения. Будьте для детей примером на дороге. Немаловажным будет напомнить об административной ответственности за игнорирование и использование детских кресел и специальных детских удерживающих устройств, которая в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь впервые предусматривает предупреждение с освобождением лица от административной ответственности и вынесением официального предупреждения, а в случае повторного нарушения данной нормы в течение одного года штраф составит до 4 базовых величин.